Поздравляю с победой. То есть это был твой первый официальный матч в составе первой команды. 3 очка. Но вместе с тем, наверное, есть что-то, чтобы ты смог отметить со знаком минус. То есть, например, это, возможно, хотелось бы отстоять на ноль в этой игре. Ну и с другой стороны, ты сделал несколько таких ярких сейвов, что при счете 0-0, что при счете 1-0. Довольно в целом действовал уверенно на выходах. Как ты оцениваешь, во-первых, свою игру и в целом твой комментарий по сегодняшней игре? Какие эмоции? Спасибо за поздравления. Ну как, да, игра была тяжелая. Да, были ошибки, но как бы есть над чем работать. Впереди посмотрим матч, разберем ошибки, дальше будем расти. Да, всегда есть над чем работать. Ну, то, что я спас команду, я должен был это сделать. Как бы, в принципе, команда рассчитывает на меня. И вот я просто выполнил свои обязанности и все. В эпизоде с пропущенным голом, то есть там был достаточно не сильный удар, но тем не менее он летел как бы в угол, да? Что в этом эпизоде, скажем так, тебе чуть-чуть помешало, да, спасти команду, этот момент свести на ноль, да? Ну да, я, конечно, не хотел пропускать, но так получилось, в принципе. Будем смотреть, разбирать ошибки, как бы, еще раз повторяюсь, есть над чем работать. Все хорошо, спасибо большое.